Ивановский областной клуб журналистов отметил свой день рождения. Напротив дома номер 19 по улице 10 августа за столиками в непринужденной обстановке расположились представители четвертой власти. Здесь проходят у нас и какие-то серьезные мероприятия, встречи с ветеранами, например, съемки каких-то телевизионных проектов. Здесь же у нас бывают презентации книг, бильярдные турниры. У нас все в равной степени для нас важно, но прежде всего это, конечно, общение между самими журналистами и между людьми, которые заинтересованы в общении с журналистами. Всем, кто держал слово перед акулами пера, предоставлялась возможность поучаствовать в шоу «Антиграффити». Одним из первых надписи на стене здания клуба закрасил глава города Иваново Вячеслав Сверчков. Это же акция художественная. Итак, потихоньку, помаленьку закрашивайте. Отличный день, аплодисменты ваши, аплодисменты. Актив клуба уже по традиции провел церемонию награждения «Красные гвоздики». Всем, кто пришел на праздник, было предложено определить лучших журналистов в 7 номинациях. Предстояло распределить звания «Господин ньюсмейкер», «Автор жжет», «Мисс пресса», «Большой друг журналистов», «Вертикальный взлет». Победителем номинации «Автор жжет» оказался Александр Горохов, автор книги «Там и здесь». Книга состоит из произведений, которые вышли у меня в различных газетах в 90-е годы. Как бы в связи с тем, что стал редактором газеты, я больше прозы как бы не пишу. Стихи иногда пишу, а прозы нет. И я захотел запечатлеть это свое творчество именно в 90-х годах, именно в этой книге. И, в принципе, она интересна будет всем, потому что там смешение жанров. Несмотря на то, что номинаций было всего 7, а номинантов намного больше, праздничного настроения это обстоятельство не испортило. Зато на всех участников мероприятия сполна хватило вкусной солдатской каши. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.